Здорово, пираты! Сегодня у нас пришли посылочки из Китая, это AliExpress. Пришел это чехол для Nexus 7, и пришла это какая-то посылочка, я не знаю, только что ее взял. Давайте раскроем сначала чехол. Ну, для начала рассмотрим. Так, здесь у нас кому было отправлено? Трек-код. Здесь на другой стороне тоже трек-код, оценено оно в $5. Ну и все, что смотреть, давайте рассмотрим. В такой желтой посылочке пришло. В обычной, обыкновенной... Здесь будет цена. Пришел он в черном цвете. Я не помню, там, по-моему, были разные цвета или нет. Сейчас. Нет, здесь был только один цвет. Сейчас он чуть подороже стоит. Сейчас он 500 рублей с чем-то там стоит. А когда я его покупал, стоил он 200 с чем-то. Так, здесь у нас типа кармашков. Короче, прикольный. Сейчас оденем. Ну, вроде бы нормально. Открепляете вот эти две заклепки. И вот так вот ставите. Можете, например, лежать или сидеть и смотреть фильмы. Это будет очень удобно. Здесь он сгибается. А вот это вот я не знаю зачем вообще. Не знаю, может быть для чего-то другого. Вот так, например, можете смотреть фильмы, листать. Например, вот так листать, смотреть планшет. Правда, здесь чуть-чуть не разработано, поэтому очень трудно его сгибать. Ну ладно, приспособиться, я так думаю, да, скорее всего. Здесь есть две промежности, в которые вставляешь и вот так смотришь, например, фильмы. Далее, что я говорил раньше. Вот. Ну, вроде бы нормальный такой чехол. Хороший. Сделанный он из искусственной кожи. Здесь у нас отверстие для динамиков. Отверстие для зарядного, для наушников есть. Так, камеры в этом планшете нету. Только передние. Так что задней камеры отверстия здесь нету. Здесь та же камера. Ну, все нормальный такой чехол. Достойный за 200 рублей. Очень хорошая покупка, я так считаю. Давайте раскроем вторую посылочку. Но для начала рассмотрим. Что-то я путаюсь сегодня, да? Здесь кому было отправлено. Оценена она в $2. Давайте рассмотрим ее. Так, распакуем. Здесь у нас типа трек-кода. Распакуем ее. Ура! Наконец-то пришел кабель для айфона. Кабель для зарядного. Распутаем. Довольно хороший кабель. Точь-в-точь, как и оригинал. Очень похож. Не буду, наверное, сейчас сравнивать, потому что они похожи, как и наушники. Это ясно, понятно. Здесь у нас подарочек. Здесь стилус пришел. Такой же стилус приходил, по-моему, с чехлом для GU-G5S. Вот у нас типа... Это стилус пришел. А это, наверное, заглушка. Сейчас проверим. Да, это заглушка. Просто для отверстия для наушников. А сам стилус работает. Подключается он вот сюда, чтобы его не потерять. Ну, не подключается, а чтобы его не потерять. А если хочешь, например, поиграть или полистать, берешь просто и все. Вот так вот. Очень хорошо работает. Отлично. На экране. Буду играть. Ну, вот такая вот посылочка. Вот такие вот посылочки нам пришли. Пришел этот чехол и кабель для айфона. Давно я его ждал. Так, сейчас мы это все уберем. Кабель я сейчас отдам сестре, хотя ее нет дома. Тебе забери. Все собрал. Хорошие посылочки пришли. Очень долгожданные. Вот этот кабель, я его люблю, да. Тебе точно оставлю. Ну и все, что еще сказать. А, кстати, я забыл про цену. Цена будет здесь. Ну и все, что еще сказать. Подпишись, если только на мой канал. Поставь мне лайк. Ну и все, пока!